Приветствую, ребятки. Попались мне тут наш китайский век. Классные сошные разъемы. Но это не они. Это то, что мы покупаем на Али и то, что продают у нас на рынке. Сошный ПЛ, то есть он там используется до 30 МГц. Можно, в общем-то, и выше, но как бы не нужно. Опять же, наверное, эти не нужно такого качества. Вот такой вот китайские разъемы. И просто мне попались, я приобрел два разъема японских. Вот, все-таки сейчас покажу, как это все выглядит. Было вот два разъема полностью закрытые в такой упаковке. TYC, это японская фирма. Вот такие PL разъемы под RG8. Как видим, да, они посеребренные. Вот я один вытащил. То есть это посеребрение. Полностью здесь все покрыто. Вот. Видим, да, изолятор. Здесь вот этот коричневый, не помню, как называется. А здесь получше, белый. Вот. Тоже в середине серебрение. Вот. Сейчас покажу, как он выглядит. Потому что, к сожалению, мы, ну, как бы редко встречаем хорошие разъемы. В принципе, ну, как советские военные, это я с ними имею дело. А вот с чем-то японским таким не всегда. Видите, вот так вот аккуратно все сделано. Аж глаз радуется. Так. А вот китаец. Китаец. Как он сделан. Ну, видим, да, что разница есть. Ну, и можно даже сравнить по весу. Как бы. Если есть весы, почему не взвесить? Сейчас покажу. Китайцы же экономят на всем. Вот возьмем, допустим, весы. И взвесим китайский разъем. Он нам покажет, сколько? 14 грамм. Ну, 13,95. Вот. И вот сейчас японца поставим. 25 грамм. То есть насколько толще, да, толще получается и массивнее сам разъем. Так что, ребятки, вот такая вот красота Made in Japan. Всем добра и бобра. Не болейте, занимайтесь радио не только. И всего хорошего. До свидания.